Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. После просмотра этого ролика не забудьте нажать вот тут на слово «Еще» и в описании вот тут найдите ссылку на кошелек Юмани. Нажимаем на эту ссылку и переходим на страницу для регистрации кошелька. Уже на первой странице нас решили обрадовать. Пластиковая карточка на 3 года с бесплатной доставкой всего за 99 российских рублей. Снятие наличных до 10 тысяч рублей без комиссий. И кэшбэк в процентах, в баллах, где 1 балл, кстати, равен 1 российскому рублю. Коротко о Юмани. Юмани ранее назывался Яндекс.Деньги. Самый популярный кошелек в России. Это сервис электронных платежей, через который рассчитываются больше половины российских пользователей интернета. Компания Юмани входит в экосистему Сбербанка, зарегистрированная свыше 60 миллионов кошельков, представляете? Поэтому тут можно смело регистрироваться пользователям с разных стран. После регистрации в Юмани у вас сразу появится виртуальная карта. Она бесплатная, работает в интернете и офлайне. Добавьте ее в Apple Pay, Google Pay или другой сервис и платите на кассе или через терминал курьера. У большинства популярных конструкторов и платформ есть платежные модули для Юкассы. Нужно просто включить и настроить. Если хотите самостоятельно вставить Юкассу на сайт или свое приложение. Юкасса – это самая популярная платежное решение в России. Ее используют более 30% сайтов в Рунете. Но это очень кратко. А все остальное вы прочитаете на сайте сами. А то я и в час не уложусь, рассказывая о этой платежной системе. В верхней панели разместили кнопки, по которым вы сами перейдете. И я уверена, что и вам понравится все, что предлагает эта электронная платежная система. Кстати, мобильное приложение у них тоже очень удобная вещь. Мне лично все нравится, и я нажимаю вот тут вверху на кнопку «Создать кошелек». Тут вы выбираете из списка код вашей страны и вставляете номер телефона. Или можете нажать на кнопку «Войти через Сбербанк», если он у вас есть. Вводите адрес электронной почты, и вам на эту почту приходит письмо. Копируете код с этого письма и вставляете вот в это поле. Вам предлагают придумать пароль и вставить его еще раз вот здесь. Не потеряйте ваш пароль. Сфотографируйте его и распечатайте или запишите, держите на флешке. Главное, не потеряйте. Отлично, пароли совпали, нажимаем на кнопку «Готово». Перешли в кабинет Юмани и читаем приятные сообщения для тех, у кого есть сайт или блог. Для вас Юмани сделал классную кнопку для сбора денег. А мы нажимаем в правом верхнем углу на наш профиль. Выходит плавающее окно. В правом верхнем углу вы видите ваш личный номер кошелька. Именно этот номер будет стоять в конце вашей реферальной ссылки кошелька Юмани. И именно этот номер нужно вводить в разные ваши сервисы, с которых есть вывод на этот кошелек. Например, вы можете использовать Юмани для вывода на него партнерских начислений с сервиса TimeWeb и Webmaster или со своих уже созданных личных сайтов. Кстати, очень советую зарегистрировать партнерскую программу Webmaster в TimeWeb. Вот по этому ролику. Во-первых, вы получите еще один пассивный доход на партнерской программе. Во-вторых, вы сделаете доброе дело для тех, кому очень хочется создать свой сайт или блог. Многие ищут информацию, где и как найти качественный сервис для покупки домена и недорогого хостинга с понятным интерфейсом для конструктора. Тем более, что на TimeWeb вы можете получить бесплатный и домен, и хостинг на месяц для его тестирования. Для начала давайте нажмем в правом верхнем углу вот на эту шестеренку «Настройки». И в вышедшем окошке вы увидите свою реферальную ссылку в Юмани, в Яндекс.Деньги. То есть и тут вы можете получать партнерские вознаграждения. Но чем не заработок на партнерских программах, а? Я уже не говорю о кэшбэках в Юмани, которые вы можете получать как в рублях, так и в баллах, причем одновременно.
Вот вам достойный заработок на настоящих, надежных, лицензионных сервисах. Создайте до 50 таких сервисов, рассказывайте о них в своих сайтах, в блогах, и вам не нужны будут никакие хайп-проекты. Лучше по чуть-чуть с каждого лицензионного сервиса и вечно, чем возможно много, от слова «возможно», но с рисками до 99% в каком-нибудь хайп-проекте. Ну, а теперь давайте нажмем тут же вверху справа на слово «идентификация». И уверена, что у многих сердце радостно забилось. Если пройти верификацию, то кошелек будет для вас очень выгодным и привлекательным. Если у вас есть такие заработки, то проходите верификацию прямо сейчас. Нажимаем на кнопку «Хочу такой кошелек». После того, как вы перейдете на страницу верификации кошелька, вам на этой странице выдадут несколько вариантов верификации, подходящие для той страны, в которой вы проживаете. А на этом у меня все. Не забудьте поставить лайк и поделиться роликом в соцсетях. Всем удачи! С вами была Валентина Синема 2.